приветствуем вас в игре от компании EA Sports FIFA 2007. Я Василий Уткин, и помогает мне Василий Соловьев. Да-да, это мы. Кажется, игроки, как и я, ощущают всю важность того, что будет происходить сегодня на поле. Завоевание кубка, путь к кубку, огромная задача и огромное достижение. А самое интересное, мне кажется, что я даже знаю, что за команда выиграет этот кубок, но все карты сейчас раскрывать не буду. Хейнце. Пол Сколс получает мяч. Защита не дремлет. Они выигрывают матч. Какая возможность? Неужели это гол? Это Сколс. Карик. Какая точность и какая удача. Ну, интересно, что теперь будет делать игрок. Кому отдаст мяч? Защитник героически играет. Он заставляет защитников сместиться к краю поля. Навес. Карик. Хейнцем. И теперь Сколс. Нападение в ударе сегодня. Игроки защиты сегодня очень плотно опекают соперника. Команда полностью перешла на чужую половину поля. Дэнни Маккарти! Он не дотянулся до этого мяча. И вот угловой. Надо собраться. Защитник разряжает обстановку. Хороший навес может изменить ход матча. Прекрасный бросок, и мяч в руках голкипера. Великолепный длинный перевод. И еще один классный пас. Это Гикс. Игрок ведет за собой всю свою команду. Гикс. Арбитр разрешает играть. У команды появляется возможность пробить штрафной. Конечно, замечательная позиция, но нужно еще вратаря обмануть. Нападающий словно не успел за своей командой. Она уже завелась, а он еще нет. Все ждали. Болельщики, тренер, судья даже игру останавливать не стал. Но гола так и не случилось. Атакующие решили добить числом. Но теперь коснулся мяча и спас ворота. Гикс с мячом. Действительно красивый пас. Руни. Ну и что же, гол теперь, да? И мяч в руках вратаря. Очень важный момент. Искусный пас. Сам встретился с мячом, как по расписанию.
Защитник верно оценивает ситуацию. Бенни Маккарти. Вратарь отбил мяч. Мяч в игре. Хороший пас вперед. Хейнце. Это Роналду. Вратарь посылает мяч далеко вперед. Ну, корпусом тоже можно играть. Нет свистка, можно играть. Защитник получает мяч. Роналду. Команда двигается к воротам. Хорошо держится мяч на фланге, но пора пасовать. И он штрафной. Как в поговорке, не лает, не кусает, в ворот не пускает. Вот он, голкипер, которому все нипочем. Атака развивается после... Еще! Два мяча преимущества. Это уже серьезно. Первый тайм позади. В какой-то момент мне показалось, что команда сейчас пропустит. Но нет, они еще и забили соперника. Теперь главное не расслабляться. Счет 2-0 бывает обманчив. Мне иногда кажется, что он сам по себе играет. Про команду не помнит. Роналду! Какая возможность? Какой шанс упущен? Вот этот никогда не боялся опеки. Теперь понимаете почему? Они не пройдут. Сможет ли он забить? Классно пробито. Будь игрок чуть более точен, и мяч непременно был бы в сетке. Свисток означает конец первого тайма. И он для одних ужасен, для других прекрасен. 3-0. Такой подкат достоин аплодисментов. Я не уверен, что так было задумано, но получилось неплохо. Ну же! На этот удар головой голкипер отреагировал совершенно спокойно. Хороший удар. Но хорошо не скажешь, плохо. Карик. Хорошее продолжение. Хорошая мысль. Защитники ни на секунду не расслабляются. Все время в игре. Попытается ли он дать пас на место? Классная оборона. Хейнце. Дикс с мячом. Команда требует, чтобы судья показал соперникам карточку. Судья записывает имя игрока в блокнот, показывает ему желтую карточку. Ну что ж, кажется, обошлось без травм, но за такую агрессивную игру можно получить не только желтую карточку. И мяч уходит на угловой. Пол Сколс получает мяч. Нужно побороться за вертолый мяч. И еще угловой. Еще один шанс. Там есть кому побороться за верховой мяч. Мяч снова уходит за пределы поля. Повторить угловой. Навес штрафного. Я не уверен, что этот гол может как-то повлиять на окончательный результат встречи. Счет 3-1. Один мяч отыграли. И этот гол сокращает отрыв до двух мячей. Впереди мало времени и много работы, но разве эта команда не из трудолюбивых? И все-таки он забивает. Я уж думал, до утра станет бить.
Отличный пас вперед. Угроза воротам. Ойяр. Здесь нужен тонкий розыгрыш, и тогда атака может изменить счет. Бенни Маккарти.